Мой популярный канал, на котором я вам рассказываю очень много интересной информации из жизни известных людей. Один из самых импозантных актеров в СНГ, настоящий мачо Алексей Зубков, уже не первый год не дает покоя телезрительницам. На счету этого красавца более чем 50 ролей в кино и примерно столько же в театре. А популярность ему принесла роль в сериале «Прииск», где он сыграл вместе с Ярославом Бойко и другими актерами первой величины. В фильмах и сериалах его часто можно увидеть с такими красавицами, как... Мария Куликова, Глафира Тарханова, Кристина Кузьмина и так далее. От Глафира им и вовсе приписывали роман. А такие слухи появляются из интереса, ведь что нам известно о личной жизни Алексея? Только то, что он сам позволяет нам знать. Алексей Зубков считает, что личная жизнь на то и личная, чтобы информация была доступна только самым близким людям и семейному кругу. Но то, что в 2002 году у актера родилась любимая дочь, от прессы все же скрыть не удалось. Зубков – примерный семьянин. В отличие от своих коллег, у которых что ни съемки, то новый роман, этот мачо хранит верность своей первой и единственной жене. Супругой Алексея стала актриса Татьяна Шляховая. Вместе они уже много лет. Также известно, что в семье актеров воспитывается дочь, появившаяся на свет в 2002 году. Сейчас же актерская карьера Зубкова процветает. За этот год он успел сняться в 3 картинах, в 2 из которых «Любить и верить» и «Пока смерть не разлучит нас» сыграл главную роль. На 2018 год запланирована презентация таких фильмов, как «На краю бездны» и «Перекрестки любви». Ну что же, на этом у меня все. Более детальная информация есть на нашем сайте. Так что подписывайтесь.